Муж ушел от меня по одной простой причине. Я была с ним слишком откровенна. Я отказывалась позволять ему вводить себя в заблуждение. С момента развода Альфи успел отбелить зубы и обзавестись ровным загаром. Ты входишь в эпоху великих свершений. Не бывает на свете никаких предсказаний будущего. Пойду обналичу твой чек, дорогая. Салли женилась на Рое, потрепанном писателюшке 38 лет. С меня довольно. Он пытался заработать денег, но шофером был дерьмовым. Все, что его радовало, это прекрасная незнакомка в красном через дорогу. Простите, я вам мешаю? Отнюдь. Вы меня вдохновляете. Всегда мечтала быть чьей-то музой. Я не могу больше терпеть этот брак. Помнишь своего начальника, который так тебя ценит? Не сбрасывай его со счетов. Автор и режиссер Вуди Аллен. Мы с Роем разводимся. Видите, как прекрасна и полна иронии эта жизнь. И вот, когда, казалось бы, хуже быть уже не могло... Я вижу, что в твоей жизни появится прекрасный незнакомец. У него умерла жена, и он отчаянно пытается связаться с ней. Я люблю тебя. Судьба доказывает, что хуже вполне возможно. Он бросил меня ради другой женщины. Не может быть, ради мертвой. Как писал Шекспир, в ней много слов и страсти, нет лишь смысла. Вы встретите высокого темноволосого незнакомца. Что ж, прекрасная новость.